кивнула мне и говорит: все-таки, Дима, я буду торговаться. 2000 рублей. Итак, 2000 рублей раз. У вас глаза уже такая. Нет, это была случайность, да? 2000 уже боится. 2000 рублей. Молодец, 2000 рублей, мне кажется, вполне хорошая цена. Я спрошу, ожидали ли этой цены или хотите большего? Они стоят гораздо дороже, друзья. Зачем же объявили стоимость такой? Или вы, наверное, хотите... 2,5. Расскажите еще о часах. Мне кажется, вы просто не до конца пробудили жажду. Ту жажду, которая уже накопилась у вас. 3000. Из чего сделаны часы? Из чего же сделаны эти кварцевые часы? Может быть, корпус у них из какого-нибудь титана? Из... Итак, давайте я тоже посмотрю. 3000 за них мало или много. Сейчас мы будем решать все вместе. О, так они еще с вензелями. Кто знает, что такое вензеля? Давайте посмотрим, еще покажем все. Вот Светлана Гагарина. Оценщик со стажем. Я знаю, что она носит и туфли, которые здесь стоят намного дороже. 4000, друзья, Света вошла во вкус. 4000 рублей. Итак, кто больше? Кто больше? Иначе мы... Кто даст больше за часы с вензелями ручной работы, которые трогала миссис Россия, которые хочет приобрести в свою коллекцию? Сама Светлана Гагарина. Итак, 4000 рублей. Раз. 4000 рублей за часы. Часы с ягодками от девочки, которая хочет намного больше, чем есть сейчас. Я думаю, девчонке надо дать шансы. Понимаете, я перед вами стоит девушка, которая просит. Девушки, видите, они такие, не обидятся. Чтобы они не обиделись, вы должны дать не 4, а гораздо больше. Итак, 4000 раз. 4000 рублей, не евро, друзья. 4000 два. И 4003 часы ручной работы с ягодками отправляются в Светлане Гагариной, миссис Россия. Светочка, поздравляю. Я думаю, 4000 это хорошая, отличная цена. Спасибо вам огромное. Давайте разрешите поцеловать вашу руку. Скромная, красивая и очень талантливые дизайнеры. Спасибо вам огромное.